Как вы смотрите на это? Я плохо. Общий тренд выравнивания тарифов на всей территории для Иркутской области не коснется. Вот пока я здесь, у меня есть ресурсы договариваться с федеральными структурами и с местными. И я готов дальше идти. Вот мы идем и идем. Мы договорились с Михаилом Альбертовичем, что сумма должна быть не более 3 миллиардов рублей. Все, что вот это происходит, это очень правильно, когда имеешь обратную связь. Есть возможность получить государственное инвестирование, я только за. Да, может быть, есть какие-то вопросы, но это оперативно решаем. 11 миллиардов мы только будем расходовать на дорожное строительство. Здесь вот не надо манипулировать этими вещами. Здесь, если кто-то и будет что-то делать, то только все это должно быть официально.